Привет, бандиты! Сегодня у меня тренировка ног. Прошлую тренировку я присел 135 килограмм на 10 повторений. Сегодня понятно, что если ты не живешь где-то в Белоруссии, если ты не являешься каким-то супергенетическим мутантом, как некоторые белорусы, то, естественно, у тебя не получится постоянно наращивать нагрузку в весах упражнения. И поэтому сегодня я решил попробовать для себя сделать такое тестирование. Сейчас я поприседал с весом 95 килограмм на 10 повторений. Следующий подход будет 105 на 10. Потом не знаю, какой вес поставлю. И последним подходом, и для вас я запишу этот подход, я попробую присесть с весом 130 килограмм на разы. Если до этого я приседал, к примеру, 135 на 10, то сегодня попробую я в качестве такой легкой тренировки, замечу, в качестве легкой, я ее называю легкой, присесть 130 килограмм на, ну, я думаю, что это будет больше, чем 10 повторений. Так что не переключайтесь, мы с вами уже увидимся через 3 подхода. Ребята, ну что, давайте считать вот эти блины, вернее, гриф 20 килограмм. Этого говорить вам не нужно, но хотя многие, наверное, с этим могут поспорить, что он 20 килограмм. Ну, в общем, поверьте на слово, гриф 20 килограмм, замки по 2,5, блины по 2,5, с каждого края по пятаку, с каждого края по десяточке, с каждого края по двадцатке и с каждого края по пятнашке. Такая же конструкция и здесь. 2,5, 2,5, 5, 10, 20, 15. И гриф 20. Гриф Ленинград. Что, ребята, нужно побольше отдохнуть. И что-то я вам признаюсь, что мне сыкотно, хотя на прошлой тренировке приседал 135, но, наверное, подходит вот этот момент, когда нужно сбавить веса, нужно немного отдохнуть на больших повторениях, на пампинге. И сегодня, наверное, нужно было попробовать 120 килограмм, что-то я после 4 подходов, хотя я и подходы не тяжелые не делал, выше 105 не поднимался, 2 подхода по 95 сделал и 2 подхода по 105. По 10 повторений, и сейчас посмотрим, насколько я присяду 130. Ну, планирую, вернее, не буду говорить, насколько планирую, насколько сейчас присяду, настолько и планирую. Хотя, признаюсь честно, если присяду столько, сколько планировал, скажу ту цифру, на которую, сколько я присел. А если присяду меньше, чем столько, сколько я сейчас в голове у себя запланировал, тоже честно признаюсь. Итак, не переключайтесь, сейчас будет самое интересное. Сейчас я попробую камерой выбрать ракурс, чтобы видно было в полный рост. Конечно, я не смогу себя здесь заснять, но хотя бы, чтобы понятно было, что я приседаю, а не просто с ней стою. Ну вот, ребята, наверное, вот это самое то. Самое будет оно. Где мои бинты? Ну что, тяни, не тяни резину, а? Вот почему я записываю блоги, на канал выкладываю свои видео, почему, несмотря на то, что у меня нету ни просмотров, ни подписчиков, почему я несколько лет этим занимаюсь, потому что я для себя поймал вот эту вот фишечку, что когда я включаю камеру и пытаюсь сделать что-то на камеру, я
Даже если у меня не получится, я жопу буду рвать, но я буду стараться это делать. А когда ты просто для себя тренируешься еще и дома, можно всю жизнь вот так вот с такой гантелькой протренироваться, там лежа лежать, так и добьешься ровно столько, сколько весит эта гантелька. Так что, если кто-то хочет, кто тренируется дома и хочет прогрессировать, не думайте о том, что вы много заработаете на Ютубе, просто записывайте и выкладывайте свои видео. Люди будут вам писать, хорошие комментарии, плохие, неважно. Это в любом случае, я думаю, что сыграет на пользу для вас и будет вас как-то мотивировать. Ну что, давайте бинтоваться. Запись идет еще 5 минут. Надеюсь, что пленки хватит. Давайте музыку сделаю. Подписывайтесь на мой канал, еще много будет моих рекордов для вас, так что увидимся на канале «Домашняя качалка», всем пока!